Лещина. Найс. Неограниченно бесплатные спины и увеличивающиеся... Здорово. Могу под столом в кружку насать. А, чё? Я не хотел сать. Просто поем мятные конфетки. Вот такие. Бля, не видно. Сука, фольга ебучая. А, во. Хватит микро дышать. Там микро отдаляет, чтобы не было слышно. Папаня, привет. Есть незаслуженно забытый тобой слот, который выдает Артур с Фортуни, го крутить. Он выдает биг нихуярды. Вот тут ты ошибаешься. Его подкрутили. Теперь он выдает. Не верим. Слоты только изменяют в обратную сторону. Если не слишком дают, они перестают давать. Мяур! Почему клетку на мэне закрыл? Не знаю, просили закрыть, но я и закрыл. За 100 кабачи согласился бы один час прожить с шершнем в одной комнате? Да, пришлось бы. Но я бы просто один час сидел бы на дефе, да и все. Это на самом деле не так сложно, просто чисто выходишь в деф, и чисто на дефе сидишь. Я бы где-то заныкался за креслом каким-то. Не, хотя нет, это опасно, вот можете поджать в углу и захуйчить. Биг опасно. Не, просто в идеале, короче, отходить в другой угол, противоположный. Он где-то летает себе, да, а ты отходишь как можно дальше от него. Просто бы его доджил час. Но это дыхабельно, есть шанс выжить, существенный. Стоп, стоп, досмотри до конца, что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Серьезно? Оно вообще все в Wild превратило уже? Че, блядь, его реально подкрутили? Бля, у меня full board Wild будет, прикиньте! Абсолютно все Wild! Но суть в том, что слот говно. Сколько? Спойлер! Воу! Воу! Один из самых хуйных слотов за всю историю зашел после того, как чел сказал, что его подкрутили. Откуда они челы знают эту инфу? Порой реально кто-то кидает донат, и они знают. Откуда они это знают, блять? Как он это знает? Это один из самых хуйных слотов за всю историю. Я в нем играл год подряд, наверное. Я вообще нихуя не выигрывал. Нихуя! Откуда он это мог знать? То есть он по-любому это знал. Это не может быть совпадение. Он это знал по-любому. Как он это знал, вопрос? Как это происходит? Че за пиздец? Так, этот баланс нужно. Нужно с ним аккуратно. Супер аккуратно. Чел, есть еще инфа какая-то у тебя? Ктулхыч. Есть инфа, или нет? Помолчи. Такое было несколько раз, помните? Ну что, не ожидал. Вот так-то. Тупо донатят чела, которые знают. Откуда знают? Купи за этот вин меч и на стенку сзади повесь. А, не. Как относишься к контрольной работе? Чё? Это типа школьная тема? Контрольная работа? Это о чём речь? Чё, я не помню, когда последний раз такое делал. Будете? Ооо, тянки! Вот так реально интересно играть, а не когда сидишь, проигрываешь бесконечно. Кто самая топовая тянка в третьем Ведьмаке? Была там какая-то проститутка в борделе, эльфийка. Вот это была самая топовая тянка. А так, наверное... Так, Цири, наверное? По-моему, в DLC, я не помню уже, в Крови вино или что. Была какая-то проститутка в борделе. Помню, что эльфийка какая-то. Вот та самая топовая тянка. Ты мусоришь на улице? Ну, стараюсь не мусорить. Типа пластик всякий и тогда не выкидываю. Только какую-то бумажку, может. Подобрал бы умирающего котенка, который будет очень грустно на тебя смотреть? Нет. Ну, потому что, ну, это бред. Я ж не хочу животных и ухаживать за ними. То есть, получается, я должен подбирать... если я одного подберу, должен каждого потом подбирать? Так не пойдет. Почему туз не пробил? Это же единица в эндорфине. Чего, блядь? Туз — это единица в эндорфине? Что? Он меня наеб пытается, это не может такого быть. Тебе ебало нужно пробить за это. Это не единица, потому что в эндорфине есть Джокер. Сука. Затки наеба ебало надо пробивать, а не туз. Мяу, мяу. Когда next аук? Думаю, что не скоро. Я Dragon's Dogma буду играть после Baldur's Gate. Но, скорее всего, будет... то есть, один стрим Baldur's Gate, один стрим Dragon's Dogma. Скорее всего, так будет. Потому что я Baldur's Gate не успею закончить. Аук. Зачем нужен? Я себя прекрасно чувствую без ауков. Да, по факту меньше денег, но... Типа, каждые 2 недели аукцион делать. Это получается, каждые 2 недели тебе донатят там, ну, не знаю, 1150-200 лишних, если не больше. Да и плюс, в любом случае, донатов больше на какой-то популярной игре, очевидно. Но мне комфортнее, как есть, когда я стримлю, потому что мне интересно. Мяу, мяу. Благодаря казикам я научился свистеть. Практикуюсь постоянно на стримах. Все получается, он раньше вообще не умел.
мяу. Видел, что тебе понравилось, Lies of P, на мой взгляд, это смесь Bloodborne как Souls и God of War своей красочностью и сборками. Не хочешь попробовать эти игры? God of War точно не хочу. Bloodborne, если выйдет на ПК, попробую. Мяу, мяу. Такой жалобный мяу. Мяу. Биг нихуя. Привет, ель попучи. Когда я получу обещанные 10 кака? На лас-стриме по покупным бонусам послушал твои колы с ноу-лимитом и про... Мои колы с ноу-лимитом? Жду 10 кака, как ты говорил. Может, наоборот? Наоборот было, по-моему? По-моему, наоборот было, чел. Ты мне 10 кака должен, или 5 кака, я не помню сколько. Что-то ты, ну, какую-то хуйню несешь. Ты говоришь, что не берешь деньги в долг. Тогда как объяснишь долг у донатера? Что? Я не брал в долг ни у какого донатера. Че? Так, намечается дурной донат, гайс. Сыграй в худший слот на земле, Dragon's Pearl Automatica. Так если он худший на земле, зачем в него играть? Помолчи. О, нет. Сань, людей вокруг мало. Работать ни с кем одни кретины, оттого и бардак в стране. Ты думаешь, тот беспредел, что по России гуляет, в нем я виноват, или Ильдар Смухой? Хрен в стакан. Сыграй в худший слот на земле, Dragon's Pearl Automatica. Так нахуя мне играть, если это худший слот, блядь? Хрен тебе в стакан, срань. Вот если выпадет 4 клетки, тогда сыграю. Нихуя не выпадут. Как думаете, что более вероятно, 4 клетки или 4 хрена в стакане? Пока хрен в стакане, гайс. Максим. Какашки. Неограниченно бесплатные спины и увеличивающийся множитель. Ты обещал стена 1982. Я обещал тебя нахуй послать. Фатахов. М. Даже не знаю, как подъебать. Где можно приподняться, гайс? Почему быть казуалом плохо? Ну, будем? Ну, слушаем. Играл ли в цивилизацию Сида Мейера? Пытался, мне не нравилось. Мне было неинтересно всегда. Вообще не нравилось никогда. Помолчи. Попечь. За что ты меня ненавидишь? Ты не крутишь мои слоты, точка, 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 а ведь точка. Я думал, что мои 5К плюс донаты объединили нашу дружбу. Что наша дружба как титан тверда, а оказалось всего солома. Ты меня отправил в вечную депрессию, спасибо. Бля, не благодари. Это ничего? Дай, дай, дай! Налево в рогача. Ну, пожалуйста, ну туда, туда, ну, блин. Врагача или смерть? Ну, вот никак, ну никак не выиграть, ну никак! 5 бойцов. Почти нахуй 5 бойцов, пидорасина! Ну, по сути, если бы не тот донатер с Arthur's Fortune, то нихуя не было сегодня, как обычно. Удачи не на месте. Да почему, где ты тут лудоманию видел, чел? Я ж не выиграл ничего. Это не то, что я выиграл, а потом пошел проиграл, я ж ничего не выиграл, по сути. Все, всем пока. Ну так-то на самом деле, в целом, заебись поток. В одном казе нормально занес. Как тебе Tarkov Arena? Говно. Чекни Risk of Rain 2 в стиме. Вот прямо сейчас чекну, хорошо. Мне зайдет, что это такое. То есть выглядит как говно, мне зайдет. Понял. Понял тебя. То есть игра выглядит как говно, но мне зайдет. Уже нет смысла смотреть, в принципе. Уже мне уже не интересно, ну, типа, что это такое. Типа, я не играю в такое вот, что это за говно ебаное. Мне зайдет, говорит. Чел, что, смотрит меня месяц? Окей, всем пока. Прощавайте. Прощавайте, хлопцы-то девчата. Доброй вам ночи, любималята. Пока. We'll be right back.